Всем привет! Продолжим беспроводную тему. FIO в конце года отстреляли с двумя классными устройствами. Наушники FD5 я уже показал и рассказал. И теперь пришла пора рассказать про вот эти вот адаптеры. Или один набор сдвоенных адаптеров UTWS3. Им бы надо покороче аббревиатуры подбирать. Тут на самом деле длительная история борьбы TRN и FIO. Первыми TRN выпустили похожие вот такие вот заушины для превращения наушников в True Wireless. Они были неплохими, но там было несколько с ними проблем. После этого FIO выпустили UTWS1, в которых часть этих проблем была решена. Но основная проблема там была с юзабилити. Никому не нравилось заряжать их с помощью специального раздваивающегося провода USB-шного. Но у меня был обзор на UTWS1. После этого TRN выпустили, по-моему, называется у них UBTR20 или просто BTR20 Pro, у которого были сменные проводочки и кейс для зарядки. И, наконец, FIO решили показать, кто на рынке главный, и вот они анонсировали UTWS3. Помимо того, что они тоже сделали версию с кейсом, они сделали ее с другим дизайном, но, кроме того, они поработали над схемотехникой, и теперь это решение, которое вот сделано уже действительно серьезно, и тут используется неплохое усиление. По-моему, 25 мВт эти адаптеры выдают на 32 Ом и 35 мВт на 16 Ом, то есть это уже серьезная заявка. Ну и кроме того, поддерживается aptX, SBC, AAC, то есть максимально допустимый набор кодеков в подобных решениях. Стоимость составляет $80. Ну или дороже в зависимости от налогов, сборов, аппетитов дистрибьюторов и так далее. Давайте смотреть на них подробнее. Анекдот дня сегодня такой. Особенно опасна искра божья в напитой опилками голове. Упаковка вот такая стандартная для FIO. Черная, простая, без каких-либо изысков внешних, но аккуратненько. Тут, как всегда, можно соскоблить этот слой и убедиться, что это оригинальный продукт. Ну или не оригинальный, собственно, тут уже смотря как пойдет. По традиции, внутри этой коробки находится еще одна коробка, до которой тоже по традиции не так легко добраться. Внутри кейс с адаптерами. И тут вот еще коробочка, не буду сейчас до нее хотя вдруг вы мне на слово не поверите. Опять же, надо раздражать тех, кто не любит длинные распаковки. Такая вот коробочка, в ней инструкции всякие, гарантийные талоны и маленький проводочек USB-C для зарядки. Вот так вот. И вот, собственно, сам кейс UTWS3. Он крупный по меркам True Wireless, но если сравнивать с кейсами, которые прикладывают часто к проводным наушникам, то в целом размеры достаточно адекватные. Многие из нас упаковывают свои обычные проводные наушники в похожие кейсы. Сзади USB-C для зарядки, впереди три светодиодных индикатора, центральный показывает сам кейс, эти два показывают зарядку самих адаптеров. Внутри все выглядит вот так вот. Ну, конечно же, FD5 в комплект поставки не входит. Это я уже прицепил наушники, поскольку я с ними экспериментировал и пробовал. Отдельная особенность, которую тут надо учитывать, это то, что подключаются они в кейсе. Поэтому я сначала их попробовал вытащить и подключать, но не вышло. Поэтому тут надо смотреть на вот этот индикатор и вот этой кнопочкой оперировать в соответствии с инструкциями. Помещаются они внутрь на магнитах, вот так вот защелкиваются, прищелкиваются магнитами и становятся на зарядку. В принципе, сам кейс сделан, по-моему, чуть лучше, чем у TRN, потому что у TRN наушники вот так вот сверху прикрыты кожзамовой крышечкой. Тут все-таки у нас твердая защита, и наушники располагаются внутри вот в этих углублениях. И размер предусмотрели с запасом, поэтому большинство даже крупных моделей сюда войдет. Даже, наверное, большинство кастомов, которые отличаются порой не мелкими размерами. Три контакта с каждой стороны. В общем, видите, сделано все на очень неплохом уровне.
Сами адаптеры вот такие вот, похожи на слуховые аппараты, так что если вас беспокоит, что о вас будут думать окружающие, то это, конечно, модель, которая явно заставит некоторых подумать, что у дяденьки проблемы со слухом, ну или у тетеньки. Но в целом собраны они отлично, вот эта часть прорезиненная, у нее приятная упругость, выглядит надежно, носиться должны тоже хорошо. Фио не стали экспериментировать с разъемными коннекторами, поэтому тут нужно выбирать версию с правильным вариантом разъема. Ну, думаю, что большинство все-таки выбирает эти заушины для одних каких-то конкретных наушников, а не давайте будем экспериментировать со всем подряд. Аккуратно размещаются за ухом, очень удобные в управлении, вот эти кнопочки хорошо кликаются, они сразу легко находятся и обладают приятным кликом. Тут микрофон, тут светодиодный индикатор, который показывает информацию о подключении и прочих штуках. Поэтому тут магниты, кстати, я не знаю, задумана эта фишка или просто так получилось, но на самом деле их можно с помощью магнитов сцепить вместе. Они довольно хорошо держатся, магниты внутри сильные, так что если у вас есть что-то, что боится магнитов, то, наверное, стоит эти наушники от них держать подальше, потому что магнитики тут предусмотрели надежные для хорошей фиксации в коробке. Так, по времени работы где-то 7 часов, если они поддерживают, если ваш телефон поддерживает TWS Plus, или же где-то 5,5 часов, если не поддерживает. То есть в чем прикол, если у вас свежий модный телефон на новых чипах от Qualcomm, то тогда там поддерживается TWS Plus и одновременно сигнал стримится на оба вот этих вот раздельных уха. Если же у вас плеер или телефон не оснащенный этим чипсетом, ну если плеер, то явно не оснащенный этим чипсетом, а если телефон, то там, ну, тоже, там уже может да, может нет. Если нет, то тогда один из двух наушников исполняет роль ведущего, а второй ведомого. То есть один принимает сигнал и потом перекидывает его на второй. Ну то есть эта деятельность требует дополнительных расходов аккумулятора. Поэтому за это приходится уплатить свою цену. Ну ладно, не буду так пафосно выражаться. В общем, батарея работает меньше, но все равно 5 часов минимум, а то чаще всего ближе к 5,5. Несмотря на то, что адаптеры мощные, фоновый шум довольно низкий, если не подключать к ним что-то гиперчувствительное. То есть FD5 уровень фонового шума низкий. Качество связи хорошее, поэтому тут с ними тоже проблем не возникает. Ну, может быть, кроме каких-то зон, в которых совсем уже много Wi-Fi и много, как это сказать, много помех. Тогда могут быть какие-то небольшие заикания, но в целом держит связь достаточно хорошо. Думаю, что над антеннами тут тоже поработали. Ну, в принципе, задержка очень небольшая, хотя иногда заметная, поэтому тут надо понимать, что это все-таки, наверное, не решение для мобильного гейминга, ну а всякие видосики на YouTube, YouTube уже научился это все корректировать, ну и в целом в большинстве случаев рассинхронизация достаточно умеренная. Ну и, конечно же, покажу приложение Компаньон, как выглядит. Я его периодически показываю, ну и в данном случае, думаю, будет уместно поговорить. Вот так вот. Я использую отдельный Fio Control приложение, потому что еще прошивку я не обновил до самой свежей, поэтому управление внутри плеера Fio Music еще не находит эти заушины. Но внешняя приложенька Fio Control обновилась и уже их находит и поддерживает. Я думаю, что на самом деле для Fio логично было бы выделить это все в отдельную аппликуху и не пытаться совместить их вместе. Поэтому, разгрузив Fio Music, вот так вот оно выглядит при подключении. Показаны заушины, что самое забавное, по-моему, они их с FA9 нарисовали, как бы тонко намекая. В дополнительных настройках их можно сбросить, можно просто очистить информацию о подключениях, перевести в режим сопряжения, выключить, переименовать их, если вам нравится кастомизация, и обновить прошивку. Наконец-то, Fio как минимум гипотетически добавили возможность для беспроводного обновления. Дальше можно выбрать, как работают кнопки. Пока это сделано не очень удобно. Тут просто три схемы, каждая из которых вот сюда нужно тапать на вот этот знак вопроса и изучать, чем они отличаются.
одиночные, двойные, тройные нажатия, вот эти вот все функции, и вы просто выбираете один из трех вариантов. Это не совсем удобно, но в целом найти вариант подходящий можно, и тут есть возможности менять громкости, треки переключать, поэтому думаю, что в будущем они это могут допилить. В принципе, тут заметно, что пытались сделать приложение как можно проще для начала. Ну, скажем, сделать необходимый достаточный уровень, то есть то, что в программировании называется proof of concept. А уже потом при необходимости все допилить. Дальше таймер выключения в простоях. Эквалайзер, но эквалайзер пока тоже скорее на уровне демо-версии, потому что всего лишь три вот этих вот настройки работает. Поэтому своего ручного эквалайзера пока нет. Но, скажем, с учетом того, что есть вот эти зачатки, то, думаю, его дальше допилят. Тут в аудио настройках баланс каналов, громкость устройства. Ну, кстати, самое смешное, что они вот не переименовали. Думаю, тут тоже надо чутка допилить приложение. Громкость фоновых сигналов и громкость вызовов. И можно переключить язык голосового помощника. Не хватает двух еще пунктов, чтобы просто были какие-нибудь приятные биканье, а не голос, и вообще его выключить. И инструкция в целом на английском, но полезная в плане того, чтобы быстро на ходу посмотреть, что где как управляется. Так что приложение Компаньон тоже достаточно полезное и хорошо реализованное. Ну и, конечно же, традиционный тест микрофона. Разместил я эти за уши на их место, поэтому они расположены так, как они будут располагаться в реальной жизни. И качество звука именно такое, скорее всего, как будет слышать ваш абонент во время телефонного звонка. Разумеется, я тут не применяю никакую эквализацию, коррекцию гейна или что-то вроде этого. Ну и, конечно же, о звуке. Тут все зависит от того, что вы будете к этим заушинам подключать, но я провел определенное время, сравнивая эти заушины с обычным проводным подключением, поэтому примерно составил представление о том, как они сами по себе звучат. В то время как обычно подобные адаптеры стараются сделать понейтральнее, FIO решили пойти немного другим путем. И я уже говорил, что тут установлен некий усилитель, который выдает мощность заметно выше, чем у большинства таких адаптеров. И это, во-первых, идет на пользу раскачки различных туговатых наушников. Ну, может быть, Teen Hi-Fi P2 и не стоит к ним подключать, но KB-Ear Believe на самом деле использовать можно. Ну, не идеально, но можно. Но и плюс, со многими более чувствительными моделями они ведут себя достаточно хорошо. И вот, кстати, отдельно отмечу, что с FD5 они действительно очень здорово, эти UTWS3, себя показывают. Я не знаю, может быть, они их реально вместе как-то тюнинговали, а может быть, просто так совпало, может быть, просто это попадание в мои субъективные вкусы, не знаю. Но в целом не думаю, что это так важно. Я пробовал разные наушники, но при этом я условно вычленил как бы то, как звучит этот адаптер. Или эти адаптеры. Опять же, думаю, это не важно. Так, что сказать? В общем, по манере подачи они техничные, нейтральные, но энергичные. Я не буду делать постоянные оговорки. Опс, не надо ронять, надо паузу поставить. Я не буду делать постоянные оговорки, что вот все, что я говорю, это по меркам True Wireless. То есть, да, разрешение хорошее, но понятно, что по меркам True Wireless. Не ждите от них производительности или там результатов звука проводного подключения. Они все еще не близки, тем более, что тут всего лишь APTX. И думаю, что в ближайшее время никаких других кодеков мы в True Wireless мире еще не получим. Хотя, кто знает. Ну да, AAC и SBC тоже, я имею в виду чего-то более продвинутого. Хотя нет, ну есть же, есть Hibi, да, есть Hibi True Wireless наушники, у которых их собственный кодек. Но это скорее исключение, чем правило. Так вот, было бы здорово, если бы FIO у Hibi лицензировали их UAT кодек, но не думаю, что это случится. Так вот, если попытаться охарактеризовать подачу самого этого адаптера, то она энергичная. FIO решили сделать этот звук драйвовым, и в целом это хороший шаг, потому что это позволяет, скажем, перекрыть некоторые ограничения Bluetooth кодека
поэтому получилось интересно. Низкие частоты, напористые, энергичные, и вот тут чувствуется разница между обычными такими адаптерами или там маломощными Bluetooth ресиверами мелкими и именно вот этим решением, потому что чувствуется, что есть напор, есть драйв, есть динамика, особенно если наушники там туже среднего, поэтому тут все еще, конечно, зависит от нагрузки, но все равно бас энергичный, упругий, ударный, в него вкачивается некоторая толика дополнительной энергии, то есть с точки зрения АЧХ они практически ровные, там есть АЧХ самими ФИО замеренные, они ровные, с небольшим спадом на самых верхних ВЧ. Ну, там это логично в силу кодека. А вот бас абсолютно линейный, но при этом тут есть дополнительная энергия, в него небольшая добавленная. Глубина максимально допустимая для True Wireless, потому что APTX немного глубину ухудшает, к сожалению. Но за счет вот этой драйвовости и энергетики это немного компенсируется. Поэтому, скажем, с басистыми наушниками они вот эти вот адаптеры, этот адаптер или адаптеры, в общем, эти заушины показывают себя драйвово и напористо. При этом, благодаря тому, что нормальное разрешение, то и с акустическими инструментами, с чем-то натуральным, тоже ведут себя достаточно неплохо. Ну, а в качестве примера, вот, металликовский Орион. Кстати, пока была пауза между предыдущей частью и этой, я таки обновил прошивку, и теперь и сам Fio Music видит эти заушины, может ими управлять. Но из интересных фишек добавился вот этот вот спектроанализатор, который просто красивый. Тут еще есть три варианта оформления. В общем, новый программист у Fio, который общается у них на Фейсбуке и который пилит у них плеер, наверное, не зря получает свою или кусок хлеба, или чашку риса. В общем, красивый такой вот спектроанализатор добавили, ну и еще там чего-то поменяли. Но кого это волнует, если есть красивые спектрограммки? Так вот, в качестве примера, это, конечно, не аудиофильская запись и близко, но это прекрасная работа шикарнейшего басиста. Это металликовский Орион. Там, конечно, вся остальная группа старалась, но давайте будем откровенны, это все-таки в основном Клифф. И Клифф заставлял их делать такие вещи, и, в общем-то, я думаю, что именно он тот человек, который превратил обычную трэш-металлическую группу во что-то намного большее. Хотя, ну, не знаю, я склонен считать так, и очень жалко, что он погиб. Надеюсь, в какой-то параллельной вселенной Металлика продолжает играть с Клиффом и играть не то, что они играют сейчас. Ладно. Так вот, разумеется, благодаря вот этому вот напористому басу, партия бас-гитары тут слышна очень здорово, рельефно. И вот понятно, что не идеально, но опять же и запись не идеальная. В целом очень приятное сочетание и слушается все это очень здорово. Так что это как раз трек, который я выбирал не потому, что он какой-то шедевр записи, а просто потому, что вот прям хорошо вместе все это звучит и складывается. Средние частоты более-менее нейтральные, не пытаются делать фокус на микроконтрасте, разрешение. Ну, это и нелогично делать для True Wireless модели, потому что все, что услышит пользователь от фокуса на микроконтрасте, это в первую очередь артефакты работы кодека с потерями. Поэтому они не сильно придирчивы к качеству записи, но все-таки что-то более-менее лучше смастеренное всегда пойдет им на пользу. Немножечко подчеркивают макродинамику, но чуть-чуть. И, в принципе, благодаря тому, что бас энергичный, он когда есть, он подчеркнуто заметен на фоне средних частот. Это вот не тот случай, когда бас наползает на середину и глушит его, а тот случай, когда и техничная середина, но при этом бас тоже всегда есть и присутствует. Воображаемая сцена где-то средняя в ширину и глубину, но это опять же ограничение в первую очередь кодека, поэтому тут все варьируется сильно от наушников, поэтому от себя эти заушины, ну скажем так, они просто стараются минимально ухудшить сцену в наушниках. И в качестве примера у нас, а кто у нас? В качестве примера вот, это Jet Rattle, Cross-Eyed Mary, и прям классно наблюдать, как постепенно трек развивается, вступление, а дальше там уже идет основная часть. Ну и, разумеется, акваланг, это прекрасные клавишные, гитары, вокал, да, в общем-то, тут все сделано на отличном уровне, который характерен для Jet Rattle. Ну а это вильсоновский
ремикс. Ремикс не в смысле танцевальный ремикс, а в смысле пересведено все заново Стивеном Вильсоном. И сделано это шикарно, потому что Вильсон классно работает со старыми записями. В общем, да, отлично эти заушины отыгрывают эту мелодию, отыгрывают весь этот набор, напор, который Jet Rattal тут выдали. И, собственно, неплохо передают весь тот социальный пафос, который они вложили в этот альбом. И верхние частоты по протяженности, они средние, чуть-чуть даже лучше среднего, я не знаю, кстати, они лучше, чем обычно у ресиверов удается, не, то ли Фио как-то это сумели этого добиться, то ли просто за счет усиления, но чуть, короче, результаты чуть лучше, чем обычно, но понятно, что тут кодек тоже берет свое. Ну а в остальном они достаточно детальные, достаточно правильно отрабатывают атаки и затухания. Ну, разумеется, слоистость тут практически отсутствует как понятие. Более-менее неплохое насыщение обертонами. То есть нормальные, хорошие, беспроводные верхние частоты, но без вот этих всяких аудиофильских штук. Поэтому переходим к треку премьеру. И это Дэвид Гилмор, Faces of Stone. Ну, это Гилмор, как всегда, прекрасная, красивая музыка. Клавишное вступление. Опять же, запущу, пусть красиво анимируется. Клавишное вступление, красивое. Ну, в общем, Гилмор — это всегда красиво. Не то, что Waters. Ну, правда, нет, Waters тоже музыка красива, но вот на личика, конечно, он не вышел. Поэтому, конечно, не Джаггер и даже не Тайлер, но тоже, в общем-то, даже шутки были насчет того, что не повезло Pink Floyd с солистом. Ладно, возвращаемся обратно. Понятно, что для полного раскрытия этого трека нужно проводное подключение, но как для True Wireless наушников очень хороший результат показывают UTWS3. Так вот, ладно, все, поиграли и хватит. Подводя итоги, нейтральная техничная подача, но с небольшой добавкой энергетики. Думаю, что просто это как добавили усилитель и сами удивились результату, решили его подчеркнуть. Говорить о сравнениях тут как-то смысла особо нет, потому что это лучше, чем все такие заушины, которые у меня были. И в целом все во многом зависит от того, что вы к ним подцепите. Потому что взять, допустим, эти заушины, к ним прицепить какие-нибудь условно Fio FH3, и получится один из лучших вариантов беспроводного звука в True Wireless Form Factor, какой только можно себе соорудить. Поэтому сравнивать с какими-то готовыми True Wireless решениями тоже не совсем честно, потому что, ну, там или у нас идет вовсю цифровая обработка, как в Sennheiser Momentum там или Sony, а тут все-таки это пытаются, скажем, уйти в сторону более чистого звука без цифры. Поэтому тут, может быть, можно сравнивать с какими-нибудь условными Mifo O7, но, опять же, тут будет преимущество за вот такими вот решениями. Больше размеры, больше усиления и так далее. То есть, чем больше у нас размеры, тем меньше у нас ограничений. Там, по слухам, Noble что-то в True Wireless Form Factor сумели замутить. Интересно, необычно, но это может быть предмет каких-то отдельных разговоров. Ну а пока что, собственно, это лучше, чем UTWS-1, взрослее, натуральнее, техничнее. Это лучше, чем BTR-20 Pro от TRN, тоже более энергично, более натурально, поэтому тут пока что Fio выбрались в лидеры. У iBass там есть CF-01, но я их пока не слышал, надеюсь, что в неком обозримом будущем тоже послушаю. Но пока что тут главный вопрос в том, что к ним можно цеплять. А это достаточно широкий диапазон. То есть FA1, допустим, ой, FA7, заговариваюсь, простите, FA9, ну и FA7 к ним цеплять смысла нет. Там FH7 тоже не особо. Ну вот условно где-то до $200 большинство наушников с ними имеет смысл. Понятно, что, скажем, я для эксперимента попробовал сделать беспроводные Solaris. Тоже достаточно забавно, но ограничивает потенциал солярисов. FD5 мне очень понравились. Конечно, они немного теряют свою техничность, но, скажем, мне просто нравится этот субъективный звук. Ну а варианты типа FH3, допустим, хорошо сочетается.
из более доступного сегмента, там FH1S и FD1, если вам нравится техничный звук, или Jade EA3, ну и опять же можно не фокусироваться на FIO, другие наушники тоже показывают себя зачастую с ними очень здорово. В общем, FIO сумели вырваться вперед в этой гонке и продемонстрировать хорошие результаты. Спасибо за внимание.